Челябинске следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Зураба Янделадзе, известного как Зураб Кутаиский, и авторитета Ивана Юга по прозвищу Ваня Резаный. Об этом сообщает Знак.ком. Расследование ведется по статьям 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и 163 УК РФ «Вымогательство». В пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области подтвердили информацию о задержании оперативниками уголовного розыска и ФСБ местного жителя, имеющего несколько судимостей. Он подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 40-летнего Резаного, который был участником ОПГ «Халиулинские», считают сторонником 43-летнего Зураба Кутаиского, отмечает издание. Эта группировка ранее контролировала тракторозаводский район Челябинска, ее лидеров убили в середине 2000-х годов. Югай, пользуясь покровительством Кутаиского, решал вопросы своей преступной группировки, пока его не задержали в 2020 году. МВД намерена объявить Янделадзе в розыск. Он был коронован в 2008 году и контролировал преступные группировки в горнозаводской зоне Челябинской области. Кутаиского судили за незаконный оборот оружия, кражи и разбой. Последний приговор он получил в 2002 году, после чего покинул регион и уехал в Москву. Там он прятал у себя свердловского законника Автандила Кабишавидзе по прозвищу Авто, который затем скрылся на Украине, где был задержан. Теперь Кабишавидзе в одесском следственном изоляторе ждет экстрадиции в Россию.